Всем привет, друзья! Сразу хочу вам сообщить две очень приятные новости. Во-первых, у нас с вами возобновится в августе официально теннисный сезон, с чем я вас всегда поздравляю. Ну а во-вторых, буквально завтра на моем канале выйдет очень интересное видео с участием известных топовых белорусских теннисистов и теннисисток, так что не пропустите. Ну а сегодня я хочу с вами обсудить пока еще выставочный турнир в Австрии. А конкретно я хочу поговорить о матче между двумя австрийцами. Это Доминик Тим и Денис Новак. Безусловно, я понимаю превосходство Доминика у себя на родине и уж тем более на грунтовом покрытии. Тут он себя чувствует как рыба в воде и не испытывает, в принципе, особо никаких проблем. Хотя, конечно, он проигрывал уже на этом турнире, поэтому возможно, это где-то такая, знаете, не совсем еще полная готовность Тима к соревновательному этапу, потому что, возможно, он играет пока в таком, скажем, эконом-режиме. А возможно, потому что он немножко недооценивал соперников своих, слишком так расхлябанно подходил к противостояниям. В общем, скажем так, ту оценку, которую выделили букмекеры, я здесь не поддерживаю, потому что, во-первых, сам Новак тоже такой опытный теннисист, он хорошо смотрится на этом турнире, вообще сейчас набрал неплохую форму. У форы я бы не полез бы, тем более на грунте, потому что даже если еще будет трехсетовый в матче, то вероятность того, что Тим в одном сетах разгромит своего соперника, высокая, сами понимаете, все-таки до грунтовое покрытие. А вот то, что матч, скорее всего, хотя бы в одном сете затянется, тут я считаю вероятность очень высокая. Поэтому объективно считаю, тут стоит смотреть и сыграть тотал больше 12,5 геймов. Ну и помимо этого, ребята, не забудьте о том, что на MLBet сейчас есть возможность получить бонус 100% к своему депозиту. Для этого вам нужно, во-первых, зарегистрироваться по ссылочке в первом закрепленном комментарии под данным видео, ну и также ввести промокод, который в этом комментарии тоже будет написан. А на сегодня это у меня все. Всем, как обычно, желаю удачи и совсем скоро увидимся. Всем пока-пока!